Еще несколько минут, и начнется соревнование бригад лучших кузнецов-тракторостроителей. Иван Тузин, Минск. Михаил Аркатов, Волгоград. Много лет они соревновались заочно, и вот теперь их встреча решит не только спортивный вопрос, кто кого, но и подведет итоги десятилетней истории одного рабочего почина. У рабочих был свой план, у цеха, у коллектива цеха, у завода свой план. Рабочие выполняли свой план за 3,5, за 3 года, а коллектив его выполнял и завод еле-еле за 5 лет. Вот в частности, допустим, у Михаила Кузьмича. Он свой план выполнял за 3 года. У меня была своя 5-летка. А у меня своя 5-летка. То есть не у меня, а у государства. Допускать такого, понимаете, положения, чтобы рабочие были как бы оторваны, понимаете, от общих задач государственных, просто было нельзя. И всем это ясно. Волгоград, Минск. Бригада Тузина отштамповала за первые 3 часа 1080 паковок. Опережает график сменного задания на 40%. Бригада Аркатова на 42%. Десять лет назад бригада Михаила Аркатова обратилась к рабочим цеха с призывом отказаться от норм, заменить их сменным заданием, исходящим из годового государственного плана. Отныне для волгоградских кузнецов нормой выработки стал государственный план. Первыми почин волжан подхватили кузнецы Минского тракторного завода. Когда экономисты подсчитали и сказали, вот твоя доля выполнения государственного плана, в сознании рабочих нашего корпуса произошла как бы революция. Каждый рабочий почувствовал ответственность за судьбу выполнения государственного плана коллективом бригады, кузнечного корпуса, за выполнение государственного плана заводом, и, если так можно сказать, за выполнение государственного плана всей страны. Смотрите, как бригада Аркатова на основе новой организации социалистического соревнования начала свое восхождение. Если взять за основу 1969 год, сменное задание было 927 штук упаковок в смену. С
1974 году она составила уже 170%. Сменное задание 1580. В 1975 году оно выросло до 178%. Сменное задание. Бригада Аркатова по-прежнему впереди. Почин волгоградцев идет в ногу со временем, открывая все новые резервы производства. Кузнецы достигают выработок, о которых раньше даже боялись подумать. Отштамповали 2400 валиков. Это казалось просто, ну, громадное достижение. Все радовались, мы его чествовали, поздравляли. Но очень часто бывает, после такой радости начинаешь думать, а что же дальше? Товарищ Аркатов выступил с новой инициативой. Достигнуть максимальных выработок, которые были бы равны проектной мощности оборудования. Волгограду. Высокий накал соревнования Аркатова-Тузина воодушевляет кузнецов Минского тракторного, вставших на трудовую вахту в честь 50-летия первой пятилетки. Во время пребывания Тузина в Волгограде средняя выработка кузнецов повысилась на 17%. Кто победил? Почин. Социалистическое соревнование. Установлено два новых рекорда. Впервые в стране бригада Ивана Тузина выковала за смену 2180 тракторных валов. Бригада Михаила Аркатова 2640 осей катка. Восхождение продолжается.